Дорогие друзья, ГТРК «Карачаево-Черкесия» при поддержке главы республики Рашида Тимрезова объявляет о старте нового телепроекта «Планета талантов». Мы твердо уверены, что талантливых ребятишек в республике великое множество, и мы ждем их в нашей студии. И тут они тоже дорогой. Какой весь народ наш идет! Но князь обстановки убогой, к ним сном на не липнет, светет. Если у вашего ребенка есть задатки певца, танцора, художника или другие творческие способности, мы приглашаем его принять участие в нашем новом телепроекте «Планета талантов».